Всем привет! Сегодня я хочу рассказать об очень простом и интересном способе применения пищевой соды в быту. В общем, есть у нас вот такая вот доска. На ней мы разделывали рыбу. Доску помыли при помощи моющих средств, но запах от рыбы все равно остался. Что делаем? Берем соду. Открываем. Смачиваем поверхность и насыпаем соду. Ну, дозировку я не буду сообщать, то есть каждый может определить, сколько ему нужно, ну, чтобы просто она покрыла всю поверхность. Делаем вот так. Способ этот проверенный, им я пользуюсь все время. И это смываем теплой водой. Все хорошо промыли. Доска абсолютно ничем не пахнет. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будет много интересного. Будьте счастливы. Всем всего самого доброго. Пока-пока.